Привет, друзья! Сегодня 3 июня. Вот, снимаю очередное видео по вот этой семье Бакваст. Слабенькая семья. Ну как, была слабенькая. Сейчас посмотрим, что у нее там творится. Вот. Два видео уже по ней я снимал. Ну и вот очередной ролик по этой семейке. Сейчас буду расширять магазином. Ну и посмотрим, что она нам принесла по майскому метку. Крышу снимаем. Сейчас будем смотреть. Магазин подготовил. Так, демарик на всякий случай разжег. Ну что, вот так вот что-то есть. Сейчас будем смотреть. Так, надо стаместка. Сейчас возьму стаместку. Вторую рамку. Так, тяжеленькая. Вот, пожалуйста, залито. С этой стороны тоже, но еще не печатает. Так, сразу ее ставим верхний магазин, который у нас будет стоять. Так, крайняя рама тоже залита. Наверх. Третья рама залита, но не печатает. Переносим в верхний магазин. Четвертая рамка, это легкая. Так. Ну тут вот ниже идет трутневая ячейка, она пустая. Сверху вот полоска залитая. Возможно, матка перепрыгнула в этот корпус. Ну сейчас будем смотреть. Не вылазит, ага, срастили ее там. О, приклеили. Так, залито. Залито. Также переносим ее наверх.
пустая. Так, это у нас какая? Так, 5. Шестая ромка. Также залитая. Но не печатает. Седьмая. Но это полегче. Это полегче. Вот залили. По краям пусто. И тут также. Стояло 10 рамок у меня здесь. Вот. Ну, это тоже залито. Вот немного по краям пусто. Но вот так, в принципе, залито. Переносим. Так, ну тут совсем немного напрыска. Сказать, пустая. Крайняя. Ух ты. Интересно. Подзалитая. И тут вот совсем маленький пятачок расплода. С этой стороны немножко напрыска есть, но практически пусто. Оставляем здесь. Так, формируем. В нижний магазин также буду ставить 10 рамок, в верхний 9. Оставляем эту рамку рядом вообще. Вот такая совсем немножко отстроена. Вощинка. Это рамка та, что была, с небольшим напрыском. Так, так. А, есть еще вот мужчина. Через одну поставим. Это сушнинка. Мужчина. Сушнина. Такая тоже не до конца дотянутая. Поставим сюда. Так, еще одна рамочка. Вот такая хорошенькая сушь. Ну, сейчас сниму этот магазинчик. Так, что там видно? Так, ну тут, конечно, понадували все. Тут вот пораздували. Пораздували рамки. Ну, пчела, смотрим. Вот, агрессии никакой.
агрессии никакой. Пчела мотается. Сработает. Ну, сейчас, не знаю, вытащу пару крайних рамок и посмотрим, что там у них. Вторая с краю, расплод. Так, мисочки, что у нас тут? Пусто. Печатает, полосу печатает. И тут также. Так, вот матка. Этот, ну вот, с белой меточкой. Вот наша маточка с белой меткой. Ну, белая метка — это не этого года матка, это 15-го года. Работает, место есть для засева, тут видно, расплод вышел, маточка здесь работает. Сейчас еще гляну с этого края. Так, ну, есть в гнезде матки где работать. Вот тут пчела вышла. Так, ячейки подготовлены здесь. Мы глянули, это была овощина. Так, есть расплодик.
Марка уже сюда перебежала у нас. Ну и ладно, уже разберем гнездо. Так бы я, конечно, не смотрел, но уже показать уже полную картину. Вот лощинка тоже вся засеяна, ком залита сверху. Все отлично. Контролируем матку. Где она? Так вот, так вот она развилась. Так, ставим ей магазинчик еще один. 10 рамок. Опа. И наверх. Уже медовые рамки, те, которые мы подняли с нижнего магазина наверх. Здесь уже у нас 9 рамочек. Ну, как бы сказать, для такой слабой семейки. Вот. Показал я ее практически все стадии развития до майского взятка. Ну и вот, принесли, что-то принесли. Тяжелые рамки, хорошо залитые. Ну и получается у нас тут 1, 2, 3, 4. Так, еще раз. 1, 2. Ну, тут немного. 3. Тяжелая 4. Тяжелая 5. Это я пустую подставил. Ну, тут вот не до конца. 6. Тяжелая 7. Ну, вот 7 магазинных рамок они принесли. Ну все, собираем, накрываем, пусть работает. Всем пока.